Мир всем! Я Ангелина Устинова. Сегодня мы готовим котлеты из козлятины. Я приготовила для этого 2 килограмма фарша из козьего мяса, 2 средние луковки небольшие, вот соль, стакан манки и перец черный. Вот я добавила к фаршу мелко нарезанный лук. Так, берем маночку. Манка, она впитает лишнюю влагу фарша. Да, все можно высыпать. Добавляю ложку соли и перец черный. Так, перчим. Вот перемешала ложкой. Сейчас вымешиваю дальше руками. Дальше мы берем в ладони фарш и формируем котлетки. Мы любим большие котлетки. Вот такие красивые получаются они. Вот уже поставила жарочку на большой огонь. И сейчас маленько убавлю. Котлеты большие, поэтому жарим под крышечкой. Вот у меня бывает начинает пригорать, я добавила маленько воды. И сейчас уменьшу огонь до 6-9. Прошло 15 минут. Вот, я перевернула котлеты, добавила туда воды. И буду тушить еще минут 15-20. Уже на четверке, чтобы хорошо мясо пропеклось. Вставляем еще тушиться. Вот и все. Наши котлеты из козьего мяса готовы. Можно накрывать на стол, звать свою семью на трапезу. Приятного вам аппетита! Но только не объедайтесь! Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.